Мне очень понравилось. Сначала было страшно, но инструкторы нам как бы помогли преодолеть наш этот страх, и мы прыгнули, совершили прыжок. Понравилось, поэтому еще повторили несколько раз прыжок. Ну, а когда летишь, тоже так сначала немного страшно, а когда приземляешься, у тебя все хорошо. Боишься, что упадешь, ударишься или еще что-нибудь, а потом уже, когда все, захватил тебя парашют, то все, уже страх и волнение просто исчезают, что ли, как бы, и уже не боишься. Я считаю, что наши девочки являются примерами для наших мальчиков и для всех людей, которые живут в городе Нижнекамске и во всей республике. Я бы и сам прыгал, если бы была такая возможность.